бодлог чинь сургаад өгье дөө. Есть где переждать? Пожалуй, да, господин. Но монголы следят за окрестностями с перекрестка над рекой. Нет безопасного пути на север от Адзама. Я с ними разберусь. Работаю с металлом, деревом и тканью. Прекрасный выбор. Простите, но этого мало. До свидания. Буду ждать вестей о вашей... Господин, не нужно ли чего? Все, что пожелаете. Пусть это послужит для победы. Я работаю с любыми доспехами. Я разбираюсь в любых доспехах. Крепче не найти. Вашим врагам не позавидуешь. Мы молимся за вас, господин.
Господин Сакай, можно вас на минутку? Это важно. Починить вам лук, господин. Скорость, дальность и мощь. Видела еще одного самурая, постарше. У него был лук. Не разглядела, кто это? Был похож на сенсея Исикава. Я думала, он погиб при комоде. Хорошо бы она не ошиблась. Такой мастер, как Исикава, мог бы уничтожить половину монгольской армии. А заодно и всех непричастных, кто под руку попадется. Господин Сакай, я видела, как госпожа Масако скачет к берегу Комоды. Там погиб ее муж и сыновья. Говорят, монголы оттуда еще не ушли. Я боюсь за госпожу. Бояться надо не за нее, а за монголов. Но ты права, нельзя оставлять ее одну. Господин Сакай, можно вас на минутку? Это важно. Да. Что такое? Не здесь, мой господин. Сюда. Меня зовут Хэ. Это моя лавка. Пытаешься мне что-то продать? Ну что вы, господин? Все, пришли. Здесь нас никто не услышит. Говори, в чем дело. Мой сосед Харо подозрительно себя ведет. На закате он уходит из города, а возвращается аж на рассвете. Прошлой ночью я пошел за ним. Он дошел до сгоревшего дома у кладбища и встретился там с разбойниками. С разбойниками? Нехорошо. Я найду тот дом и узнаю, что у них на уме. Спасибо, Хе. Рад служить, господин.
боги повсюду. Но! Человек из Адзама встречается здесь с разбойниками. Никого нет. Нужно осмотреться.
Много пепла. Здесь часто жгли костер. Старые повязки. Крови мало. Раны небольшие. Дынная корка. Свежая. Торговец не зря что-то заподозрил. Надо найти, где спрятаться. Подожду, пока эти разбойники снова сюда придут. Все в порядке на пути из Адзама? Да, меня никто не видел. Но на дорогах монголы. Думаю, они нас ищут. Надо спешить. Что сегодня принес? Статую Инари. О, ценная вещь. Странно, что монголы ее не забрали. Зароем с остальными. Воры. Надо узнать, где они прячут краденое. Будьте начеку, мало ли что. Как остальные? Прячутся. Монголы несколько раз проезжали мимо дома, но пока никого не тронули. О, слышите? Кони! Монголы! Прячьтесь! Кажется, все. Идем. Повезло. Там он, бедняга, попался им на дороге. Патрулей все больше. Из-за того самурая, небось. Монголы по всей префектуре за ним бегают. Надеюсь, он их перебьет. Почти на месте. Чем скорее сойдем с дороги, тем лучше. А что стало с Тамоном? Монголы посадили его на кол, на муравейнике. Час вопил, пока не умер. Жуть какая. Давайте поторопимся. Что они делают? Дожили. Закапываем Инари. В могиле ей лучше, чем у монголов. Не похоже, что они воры. Скорее! Что-то не так! Ну все. Теперь Инари не тронут. Довольно. Стоять! Так и знал, что за нами следят. Погодите. Это тот самурай? Рад, что это вы, господин. Странно слышать такое от вора. Мы не воры. Вы прогнали монголов из бухты Адзама. Но что, если они вернутся с набегом? Вот мы и решили, на всякий случай, спрятать все самое ценное. Сатаро! Кихэ! Сюда, быстро! Ну-ка! Почему ты бросил остальных? Его и не убили. Дом нашли монголы! Наши люди в ловушке! Их же убьют! Сколько монголов? Много, не сосчитал. Кто умеет драться? Я и Кихэй. Вы со мной. Вы двое, защищайте людей в доме. Ну как? Уж как умеете. Монголы! Наступают отовсюду! Вперед! Я ушел! Еще монголы! Надо было бежать! Ah!
Но они не сдаются! Мы все умрем! Вы им не позволили. Не он. Господин Сакай. Кто все эти люди? Те, кто бежал от монголов. Кто остался без дома. И вы их защищали? Пытались. А вы точно не собирались потом украсть все ценное? Нет, господин. Мы не пытаемся нажиться. Просто видели, на что способны монголы, и хотим помочь. Тогда помогите отвезти людей к бухте Адзама. Там вас не тронут. Когда я туда добрался, дом горел. Стойте! Я разбойников издалека узнаю. Идите отсюда! Они со мной. Им нужно укрытие. И разбойникам тоже. Господин, нельзя им доверять. Они защитили этих людей и помогут вам обороняться. Хорошо, господин. Открыть ворота! Пустить всех в город! Не знаю, как мне вас благодарить. Защищает Заму, как тех людей. Так и будет, клянусь. И не забудь сказать им, где все зарыто, когда монголы покинут остров. Я так и сделаю. Спасибо, что дали шанс вернуться к честной жизни. Славный конь. Thank you.
стану! Ой! Внук их Чагарда! Свобода! Я здесь! Ассы, мигчил хоёр хугалта! Будет хорошо. Спасибо. Не бойся. Это вам, господин Сакай. Нобу! Господин, прошу вас, помогите. Что такое? Мне надо пройти через лес. Там лагерь, люди серьезно больны. Им нужен лекарь. В этом лесу полно разбойников и монголов. Да, я прошу защиты. Я проведу тебя, но что там за болезнь? Ты сможешь ее побороть? Лечение – это не борьба. В лечении главная забота. Если людям нужна твоя помощь, давай поспешим, пока недуг не пошел дальше. Благодарю вас.
Как вы уцелели в битве у Комоды? Меня спасла одна женщина, Юна. Она вытащила меня с берега и выходила. Она хорошая целительница? Она очень смелый человек. Я здесь лишь благодаря ей. Прямо как моя матушка. В детстве я все время болел, а она много знала о травах и помогла мне стать сильным. Я пошел в лекарь благодаря ей. Постойте, я что-то вижу там впереди. У тебя зоркий глаз. Жди здесь, я разберусь. Где вы прячете еду? У нас нет еды! Уже! Умоляю, пощадите! Выходите! Я уж думал, нас тут убьют. Зря вы ходите здесь в одиночку. Нам пришлось уйти из селения, господин. Там все больны. Что случилось? Духи предков решили нас наказать. Мы не стали отбиваться от монголов и отдали им еду. Когда они ушли, все заболели. Теперь наш дом проклят. Дальше по дороге будет трактир. Там вас никто не тронет. Снаружи слишком опасно. Спрячьтесь в трактире и сидите там. Спасибо. Надеюсь, духи за нами не последуют. Вижу, вы мастер махать мечом. А ты бы что сделал с разбойниками? По моему опыту, бывает достаточно твердых, но вежливых слов. А ты вообще сталкивался с разбойниками? Ну, я просто считаю, что следует попытаться действовать словом, прежде чем прибегать к насилию. Подход истинного лекаря. Ты нашел свое призвание. На! Лекарь! Лекарь! О, как же вовремя! Что случилось, Хамё? Что такое? Сын захворал. Кажется, съел что-то ядовитое. Веди меня к нему. А как же больные в лагере? Мы и так задержались. Это не займет много времени. Я помогу. Только давай поторопимся. Благодарю, господин. Что он ел? Если б я знала. Еды у нас нет. Поищу, что это может быть. Благодарю, господин. Пустая корзина для риса. Обычная вода. Лесные грибы, надкушенные. Вот в чем дело. Расскажу Ханаоке. Нашли что-нибудь? Надкушенные грибы. Дурачок, знаешь же, что нельзя. От голода он забыл об осторожности. Я знаю противоядие, но для него нужен речной мох. Оставайся с ним. Я найду мох.
Господин, вы нашли мох? Да, вот он. Хамео, слушай внимательно. Нужно растолочь мох, залить чашкой воды и довести смесь до кипения. Пусть он ее выпьет, уже к утру ему станет легче. Людям в лагере нужна наша помощь. Да, идемте. Спасибо, что спасли сына. А ведь он страдал тем же, что и супруги из того дома. Боль, рвота, тяжелое дыхание. То есть отравление. Думаешь, жители дома отравили? Я почти уверен. Если так, мне понадобятся клубни, чтобы их вылечить. Тому несчастному хватило мха, но клубни действуют лучше. Их можно найти у пруда. Только быстрее. Мангу, прямо у пруда. Не желаешь вежливо попросить их уступить нам дорогу? Оставлю это на ваше усмотрение, господин. Фернюм, Ясенде! Фонарь-то-то, Фургил! Господин, сюда. О, ты нашел клубни? Да. Благодаря вам я смог до них добраться. Просто я смотрю на вас, и порой мне кажется, будто вы убиваете с удовольствием. Я убиваю лишь за тем, чтобы защитить наш народ. Думаю об этом каждый раз, когда достаю меч. Разумеется. Простите, господин. Идем, нужно лечить больных. Лагерь уже совсем близко. Лекарь,
Моя жена, она не дышит. Сколько дней она хворает? Да вот с тех пор, как сюда пришли монголы. Что она ела? У нас не было еды, только вода из колодца. Увы, она умерла. И все-таки я опоздал. Ты сделал, что мог. Но если бы я не медлил, напрасно я остановился. Если бы не ты, те люди тоже бы погибли. А еще мы узнали, что всему виной отравление. Возможно. Но чем же они отравились? Жена того человека пила лишь воду из колодца. Мы знаем, что люди начали болеть после ухода монголов. Они отравили колодец. Если отравлена вода, скоро заболеют все вокруг. Лекарства есть? Да, клубни должны помочь. Тогда лечи кого можно. Спасибо вам. Вы многим спасли Тындвен! Ямар чот мурата. Сон бешу эсэн юм байд гүтэ. Шумул да? Шумнас бодгонсэс. Утсад ирч мэдэн, сэрэмчтэй бай. Ахиад учаруул, үхтэл болгоно. Ты где-то? Ай, ну!
Гласит, что в эти земли пришли демоны и стали жечь дома. К счастью, четыре великих воина были готовы дать врагам отпор. Нужно быть осторожным. Куда бы я ни шла, везде слышу, что пропадают женщины. И что с ними происходит? Ты уверена, что хочешь знать? С тех пор, как мне рассказали, я спала. Ничего не вижу. Зита в плену. Его никто не сломит. Даже монголы. Может, есть еще надежда? Это ведь господин Симура одолел брата Порта и Дзюна. Да, а еще он выбрал. Его пытаются убить, а потом гибнуться. От каждого рано или поздно отворачивается удача. Это не удача.
он на большой земле, давно бы стал сёгуном. Может и так. Мне снятся кошмары. Господин Сакай! Как говорится, волков боятся в лес не ходить. Она всегда звала меня Красихой. Может, и правда.